Более 1500 поздравительных открыток с Днем Защитника Отечества направят североморцам, участвующим в специальной военной операции. Открытки готовили кадеты, воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища, представители молодежных общественных объединений региона. Чтобы дети имели представление о службе в зоне спецоперации, с ними проводили уроки мужества. В рамках акции «Фронтовая открытка» на Северном флоте для военнослужащих, участвующих в СВО, также были собраны сувениры ручной работы. Ну, мы, безусловно, понимаем, чем занимаются участники специальной военной операции, зачем они воюют, за что они воюют. Мы хотим им пожелать скорейшей победы, и мы вкладываем в наши слова уважение, которое мы чувствуем к участникам специальной военной операции.